Всем привет, друзья! С Андреем Николаевичем вот, так сказать, летим. Здравствуйте! Передаем вот эту волшебную коробочку с бельем из города Иваново для наших бойцов на фронт. Включайтесь, люди, пожалуйста. Нужна 100% мобилизация вашего сознания. И только тогда мы победим быстро и сохраним жизни наших ребят. За победу! Все для фронта, все для победы. Принимайте участие у волонтеров фронта. Становитесь волонтерами. Вместе победим. Все пробито, к сожалению. Едем на опыте. Далеко от Москвы отъехали. Вот такие приключения у нас. На трассе просто лопнут лесо. Или добрались до шумотажа, сейчас попросим, ребята поменяют. Вот, друзья, такие у нас приключения. Лопнуло колесо на трассе. Вот так. И, соответственно, приехали на шинку для того, чтобы нам помогли поменять колесо. Но мастера не оказалось. Нам выдали домкрат, выдали баллонник и сказали, меняйте сами. Колесо давай. Сейчас дадим. Старт не работает. Сейчас все починим. Так, очередное колесо прилетело. Взорвалось. Красиво получилось, что получилось еще один автомобиль ВАЗ-2104 приобрести и повезти туда, на фронт. Как удалось нам это сделать? Случайно, да. Случайно. Внезапно, спонтанно и неожиданно. Следующая машина. Куплена вторая машина, накануне выезда. Едем дальше.
человек гражданский, максимум, что я могу сделать, это кого-то подначить у нас на гражданке, соответственно, чтобы пособирали гуманитарку и привезли вам все необходимое. Ну, понятное дело, что это вы защищаете наше отечество, это не мы вас должны, не вы нас должны благодарить как волонтеров, а мы вас должны благодарить как защитников отечества, потому что именно вы рискуете своей жизнью ради нас всех, ради нашего большого отечества, ради наших семей, ради наших домов, ради нашей жизни. Поэтому мы вам вот это передаем. Огромное спасибо выпускникам военмеда, заказанную нам предоставленную помощь за машины. Мы очень в них нуждаемся. Огромное вам спасибо. 239-й батальон благодарит организацию «Волонтеры фронта» и военмеды за предоставленную гуманитарную помощь, там, автомобили, рации, планшеты, полторам, сами полторы. Очень важно, что представитель автомобиля «Универсал», то есть нашим медикам будет помощь в более удобном вывозе раненых с поля боя. И вообще, то есть всем людям, которые помогают волонтерам фронта, присоединяются к общему движению, помогают, внося вклад в общую победу. Огромная благодарность. Победа будет за нами. Ура! 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 Отдельно хочу поблагодарить выпускников военмеда за эту и предыдущую поставки. За рации, за коптеры, за планшеты, за автомобили. Все это очень ценные и нужные фронту вещи. Поверьте, мы очень благодарны вам за эту помощь. Спасибо большое. Во время доставки были выявлены все недочеты в автомобиле и исправлены. Поэтому доставлены в рабочем состоянии, послужат хорошо.